мой рассказ как пример будет о великом человеке. Я вам неоднократно рассказывал, что у нас в школе собраны гороскопы не только известных исторических личностей, но и людей, повлиявших на ход всей мировой истории. Представьте себе древнюю восточную страну, где у мальчика не очень счастливо сложилась судьба. Отца своего он никогда не видел, а мама была так убита горем, и у нее были еще дети, и, в общем, мама не могла заниматься его воспитанием, и получается, что он почти остался сиротой, но этому мальчику очень-очень повезло, потому что брат матери, дядя, взял его на воспитание к себе и всячески ему помогал и любил его как сына. И он тоже к дяде всей душой и всем сердцем. Дядя вот максимально проявил к племяннику все те чувства, которые иногда и от родителей не получаешь. А у мальчика северный узел был в третьем доме, где мы должны любить и почитать братьев и сестер, тетю и дядю, племянников и племянниц, двоюродных и сводных братьев и сестер. У мальчика северный узел был в третьем доме, и он во всем слушался дядю. А дядя активно занимался коммерцией, дядя собирал караваны. Это был большой бизнес, организовывал караванную торговлю. И когда племянник вырос, а он был очень умным мальчиком, дядя, естественно, хотел его тоже как бы к этому делу пристроить. Но вышло так, что в том городе, где они жили, кто-то был связан с людьми, кто-то был с транспортом, ну, как обычно бывает в бизнесе, и надо так, чтобы все как-то соединилось, увязалось. И у дяди были активные дела с одной женщиной. Это было необычно, потому что на Востоке женщины бизнесом раньше не занимались, а как бы были только такими домашними существами. Но это была очень необычная женщина. Она была вдовой, богатой, красивой, умной. Ее звали Хадиджа. И она по наследству от мужа как бы продолжала это дело. Она участвовала в этом большом бизнесе караванной торговли. И дядя тоже с этим был связан. И дядя подумал, что вот хорошо бы племянника пристроить на стажировку к этой самой Хадидже. Ну, чтобы и опыта он набрался, и плюс Хадиджа была женщина богатая и влиятельная, и племяннику это было бы очень полезно. И дядя познакомил племянника своего, ну, племянник уже вырос, с Хадиджей, и Хадиджа поручила племяннику организовать несколько караванов, ну, чтобы как бы в дело его уже включило, посмотреть, как пойдет. Он хорошо провел караваны, все было в порядке, ничего не украл, ничего не потерялось, не пропало и так далее. И между Хадиджей и племянником еще и вдобавок пробежала какая-то такая личностная искра. Ну и история приобрела уже такой оборот романтический. Я рассказываю вам биографию великого пророка Мухаммеда, основателя религии ислам. Вот этот племянник – это он, а его дядя, брат матери, это тот человек, благодаря которому вся его судьба вот здесь на земле и свершилась. А молодой Мухаммед и Хадиджа, она была старше, она была вдовой уже, они полюбили друг друга. И дядя видит, что, ну как бы, ну дядя-то их знакомил, чтобы он
работать к ней пошел, а там как бы такой уже появился и личный интерес, и дядя подумал, а почему бы и, собственно, нет. И он имел разговор с Хадиджей на тему, что, ну, племянник влюбился в нее, и как бы, может быть, им стоит быть вместе. Это глубокая древность, это Восток, это вообще немыслимо, чтобы жена оказалась старше мужа. Исключено категорически, но дядя сказал, что пусть это будет исключено для всех. А раз вы любите... Хадиджа тоже очень сомневалась, потому что, ну, как бы попасть под общественное осуждение. А дядя говорит, а что тебе общественное? Ты тут в городе самая крутая и влиятельная женщина. И если вы любите друг друга, это главное. И они поженились с Хадиджей. Они поженились, и на их свадьбе был весь город пришел. Ну, потому что Хадиджу все знали, и дядя был самым дорогим гостем на этой свадьбе. Потому что дядя сделал вот это всю его судьбу, а у него, у мальчика, у племянника, у Мухаммеда, северный узел в третьем доме. Держись, дядю, и все у тебя будет хорошо. Потому что когда человек идет правильной дорогой, то сама судьба ему помогает. Мухаммед был очень умен, очень красив. Он был, конечно, человек, выдающийся со всех точек зрения. И он был очень счастливый, потому что они с Хадиджей полюбили действительно по-настоящему друг друга. И это были годы счастья. Он жил в ее доме. У нее в центре города был свой дом, ну, который остался от ее покойного мужа. По караванной торговле они были, естественно, стали, ну, в общем, как это называется, монополистами. Все было хорошо. Единственная была проблема, что Хадиджа никак не могла родить Мухаммеду сына. Она пыталась честно, но она была уже и старше, и как бы все это было... Не просто, вот это единственное, что печалило, и он там подобрал мальчика одного, ну, вроде как сироту, но точно непонятно, но это не их сын, но он жил у них в доме, но был ему как бы как сын, да, но это не был сын Мухаммеда и Хадиджи. Вот это единственное, что омрачало. А город этот называется Мекка, где происходили эти события, а это Хадиджа. Самое главное, что дядя все точно угадал, что почему им надо пожениться, он точно угадал, что они абсолютно друг другу подходят. Это встречается нечасто. Хадиджа была для Мухаммеда не только женой, любящей женой, она была ему другом, советчиком. Он все с ней обсуждал. Как это важно! Как это важно, когда в семье... жена не только кухарка, посудомойка, стиралка и так далее, или просто любовница, когда она еще и друг. Он все с ней обсуждал. Прошли годы. Хадиджа уже как бы, ну, тем более это было много веков назад, и люди тогда жили не так долго, как сейчас. Хадиджа состарилась. Мухаммед вошел в пору своего максимального мужского расцвета, но он так ее обожал, что он вообще не смотрел на других женщин. Он знал, что у других мужчин много жен бывает, но он вообще, потому что она была для него всем. Дела шли прекрасно, они были очень богаты, вся торговля была под ними, но... Что-то странное стало с ним происходить, что-то странное. У него начались как бы какие-то как видения. Он подолгу удалялся в горы, и там он общался с Всевышним, и у него начались какие-то непонятные такие явления, как будто бы он чувствовал, что Бог ему напрямую сообщает истину.
что как правильно надо жить. И он возвращался и говорил Хадидже: я схожу, что со мной происходит? Я схожу с ума. Я чувствую, что я должен рассказать людям какую-то правильную истину, но люди не готовы. Хадидже говорит: не переживай, есть в городе мудрый человек, это был родственник, ее родственник. Давай пойдем к нему, и ты расскажешь ему, что у тебя происходит, и он посоветует. И они пошли, и этот человек Мухаммеду сказал, что ты, это не сумасшествие, а это все по-настоящему. Бог говорит с тобой напрямую, и ты его пророк. Поэтому ты должен людям рассказать о своих божественных откровениях. То есть даже в этом Хадидже его поддержала. Не сказала: лучше бы работой занялся, сидишь тут от безделья, фантазируешь в камнях. Он там уходил, у него такое было особое место в горах, да. Она во всем его поддержала. И пока она была жива, и дядя жив, все было хорошо. А потом как-то сразу не стало дяди, и умерла Хадиджа. И вот когда не стало дяди, и умерла Хадиджа, а дядя, вы поняли, ему и папу заменил, и маму. Мама, кстати, потом появилась, когда с делами как-то справилась, но он к маме уже как-то особо... Для него вот дядя был главный человек. Когда не стало Хадиджи, все ухудшилось, потому что у него южный узел, если северный в третьем, южный в каком? В девятом, а мы писали, что там с наукой и религией как-то не сильно, да, не очень. А он начал проповедовать в Мекке, у него быстро появилось много последователей, потому что он родился, я вам про это рассказывал или не рассказывал, 20 апреля, дата его рождения, вот тот самый особый. Это очень притягательные личности. У него появилось очень много сторонников в городе. Ну, кто слушал его вот проповеди. А пока была жива Хадиджа, она его как-то сдерживала, ну и как-то направляла правильно, что можно говорить, что лучше не говорить или потом говорить. А когда Хадиджи не стало, он потерял как бы вот главного советчика и друга в ее лице. И вступил в конфликт с правителями города Мекки. Он пошел против них, он пошел против главного банковской системы. Он сказал, Мухаммед, что Богу противно отдавать деньги и потом получать их назад, как? С процентами, что Бог считает это бесчеловечным и дьявольским пользоваться чужой бедой, чужим горем, помогать, но под процент. А мафиозные кланы Мекки, а он же 20 апреля по всему городу эти проповеди разошлись, люди говорят: и правда, и вот так надо верить, вот так надо жить, как Мухаммед рассказывает. А кланы города его вызвали и сказали: ты что творишь, ты нам всю клиентуру хочешь отбить? Ты нам что, собрался всех клиентов, что ли? Ну, в общем, разговор был по понятиям. Хадиджи уже не было. Если бы она была в живых, она бы как-то это разрулила. А ее уже не было. И они ему сказали: или ты замолчишь, ну прекратишь свои проповеди, или тебя не будет. И ты знаешь, что мы это сделаем. И в конце концов... А он продолжал. Несмотря на угрозы, Мухаммед каждый день выступал. К нему приходили люди, они собирались, они слушали его. Он им рассказывал, как правильно верить в Бога и как правильно жить. Он еще сам не знал, что так начинается целая
новая религия. Он не знал, что это новая религия. Он просто думал, что Бог ему через него рассказывает людям, как правильно жить и как правильно верить, что делать и чего не делать. В конце концов, друзья ему сообщили, что сегодня ночью тебя придут убивать. Ты достал уже со своими проповедями, и сегодня ночью по твою душу явятся киллеры. Киллеры, которых снарядили кланы Мекки. Это был очень богатый город, там было сосредоточено много богатых семей. Сама Хадиджа тоже была вот из этих кланов когда-то. И Мухаммед с друзьями, с несколькими, ну не друзьями, а как бы соратниками, бежал. Почему бежал? Потому что его должны были убить. Это знаменитый эпизод из истории ислама, бегство из Мекки в Медину. Это так называемый хадж, который все мусульмане должны совершать. Вот этот символический путь, который когда-то прошел пророк Мухаммед. Смерти он избежал. В Медине, это другой город, в Саудовской Аравии. Это все было в Саудовской Аравии. Он продолжил свои проповеди. В Медине еще больше к нему примкнуло сторонников. И когда весь город уже верил по Мухаммеду, он с ними вернулся в Мекку, чтобы там, ну как бы, установить вот эту справедливость. И с этого момента официально начинается религия ислама. Потом были ли жены у Мухаммеда после Хадиджи? Были. Были. И не одна, и моложе. Но. Так случилось, вот теперь город Мекка, это тот главный центр, куда приходят все, хоть раз в жизни все верующие должны посетить. Это знаменитое святилище Кааба. И, кстати, насчет астрологии. Ислам никогда не выступал против астрологии. Никогда. Если с христианством все очень там по-разному, и рядовые священники открыто не одобряют занятия астрологией, то в исламе такого нет. Причем я вам это говорю не потому, что я мусульманин. Я не мусульманин ни разу. Но я настолько близок к пророку Мухаммеду. И когда у нас есть целая такая специально выпущенная, я вам о ней говорил, собрание гороскопов пророка, когда мусульмане это видят, они просто приходят в такое очень сильное состояние радости, что вот так вот пророк в астрологии так активно у нас присутствует, а вот эта вещь должна быть, ну ее, конечно, нет, но должна быть у каждого правоверного мусульманина. Что это такое? Это специальный компас, который указывает, где Мекка, вот ты в Москве, но когда ты молишься, ты должен смотреть туда, где Мекка. Откуда ты знаешь здесь, где Мекка, и вот этот компас покажет, где Мекка. То есть это тоже астрологическое, потому что только в астрологии вот есть такая четкая ориентация по сторонам света. Одна из молодых жен Мухаммеда, уже потом, уже когда он стал великим пророком, и уже все активно стали подсоединяться к его вере, она все как бы пыталась соревноваться с Хадиджей, и Хадиджа уже была мертва. И однажды она догадалась, что он, она перед ним танцевала, ну, как бы, чтобы прельстить его красотой своего молодого тела, танец живота и так далее. А потом она догадалась, что он продолжает любить, и она даже устроила сцену ревности ему и сказала ему в лицо, что я знаю, что
ты продолжаешь любить эту, она ужасные вещи сказала, беззубую старуху. Ну, как бы о Хадидже, ну, потому что она ревновала, она хотела, чтобы он любил ее. А она поняла, что все эти жены, все это уже не то, что он по-настоящему, его сердце принадлежит только одной женщине, Хадидже. И свел, повторяюсь, его с Хадиджей кто? Дядя. Да, вот он, северный узел в третьем доме. Держись, дядя, и все у тебя в жизни будет хорошо. Вопрос, почему в 37 и 56 Мухаммеда не ударили узлы, хотя южный узел в девятом доме и увлечение религией здесь запрещено? Ответ. Во-первых, немножко ударили, потому что он находился в сложных очень... Ну, его могли убить, и были конфликты и так далее, но не убили за дядю, потому что небо увидело, что как он обожал, как он боготворил, и он во всем слушался дядю. Это дядя пошел к Хадидже и предложил, чтобы они поженились, и Мухаммед дядиного совета послушался. То есть вот северный узел в третьем доме. А еще северный узел в третьем доме – это соседи. И когда вы в тот раз меня спрашивали, а если вообще нет родственников, и как тогда? Тогда надо в идеале хотя бы с одной какой-нибудь соседкой или соседом как-то сблизиться, ну, так сказать, по мере сил, и как-то оказывать знаки внимания. Ну, подарить соседу или соседке какую-нибудь ценную вещь, чтобы это пошло в зачет по третьему дому. Если у нас есть родственники, соседи нам для кармы уже не нужны. Но если родственников категорически нет вообще по третьему дому, тети, дяди, братья, сестры, племянники, племянницы, которым мы должны кармически помогать бескорыстно, тогда остается только соседи. Ну или школьная учительница какая-нибудь, но она тоже умрет. Ну, как бы она же не будет, она старше нас. Коллеги, что непонятно? Непонятно. Да. И еще раз я вам хочу, сейчас я вам покажу натальную карту пророка Мухаммеда. Он, вот его натальная карта, у него южный узел в девятом доме, и тут еще тяжелейший случай. Тут ретроградный, вот это кто? Рядом Сатурн. Сатурн. Я вообще поражаюсь, как он остался в живых, когда в Мекке вот эти вот кланы, а он проповедовал вещи, которые как бы шли вразрез с как жили тогда люди, но что нельзя под процент. Насчет процента, кстати, в мире ислама есть два вида банка. Есть банки традиционные в мусульманских странах, такие же, как везде, где дают кредит под процент. И есть особые банки, банки под прямым покровительством Аллаха, где кредитуют как? Беспроцентно. Но их немного, и попасть в них не так просто. Но они есть, которые действуют четко по этой религии. Вообще, религия в 21 веке скорее культ, нежели по-настоящему верующие. Правила ни в той, ни в другой, ни в третьей религии в большинстве случаев не соблюдаются. Например, в том же исламе, и это тоже установил Мухаммед, категорически запрещен прием психоактивных веществ. Категорически. Алкоголизм ни в каком виде близко недопустим. Но у меня вопрос. Вы, может быть, видели в нетрезвом состоянии мусульман в Москве, например? Сплошь и рядом. Получается, что, значит, выпивая, они поставили крест на своей истинной вере, и они уже не вправе называться мусульманами, потому что
они нарушили завет пророка, один из главных заветов пророка. Ну, в общем, как бы много этого.